Приветище и добро пожаловать на строительство моего супер-гипер-пупер-огроменного завода. Мы уже построили огроменный лифт для доставки материалов в космос, и теперь туда уже нужно что-то отправить. Компания Fixit ожидает нашей первой поставки, и это будут умные обшивки в количестве 50 единиц. Но пока что мы их производить не можем, и для того, чтобы их произвести, надо бы прокачать наш хаб. Вот он, ансамблер. Всего-то ничего, какая-то ерунда нам тут нужна. Выбираем эту цель. Пойдем на наши склада. В комментариях писали, ну сделай больше складов, что у тебя там один, так у меня их теперь уже три. Отсюда, с этого склада, когда он переполняется, все переходит сюда, если здесь склад забит. Из него переходит все в третий склад. И так далее наверх до тысячного этажа, наверное, будет. Пока я что-нибудь другое не придумаю. Значит, нам нужно 300 единиц пластин, 500 винтов. Погнали! Пока наш дрон летит наверх, я наконец-то в нашем исследовательском центре открыл классную штуку. Арматурный пистолет, который нам во всем поможет. Единственное, чего нам не хватает, это 25 роторов. У меня там в загашнике где-то что-то сколько-то было. Сейчас я посмотрю. О, 25 ровно! Вот это мне фартануло, да? Мне почему-то казалось, что у меня их штук 20. Ну, в общем, мне всего хватает. И теперь у меня будет пушка! Вот он, арматурный пистолет. Это что у нас? Винты. С винтами у меня никогда не было проблем, поэтому пушка у нас в руках. И сейчас мы отправимся с тобой туда, где были в прошлой серии, где мы нашли разбитого дрона, но капсулы рядом не было. В комментариях написали, что капсула где-то рядышком лежит, просто я ее не увидел. Она чуть дальше была от обломков, и надо там хорошенько пошерстить. Поскольку у меня теперь есть экзоскелет и есть пушка, мы доберемся туда очень быстро. Кстати, пушку давай достанем. Зарядим сейчас арматурку в нее. И все, всем хана. Опробуем на первой жертве. Упсик. Так, это долго, конечно, все происходит. Я тоже теперь стрелять могу. Ты не один такой. Арматуры жалко забрать нельзя. Они прям вот в воздухе висят. Эй, ну здорово. На тебе бляху. Ай-ай-ай-ай-ай, даже экзоскелет мне не особо помогает. На еще раз. Надо убегать. Давай. Ну же. Я сдох. Короче, я сейчас быстренько собираю свой... О, прям на него налетел и обраточку отхватил. Я, конечно, красава. Ладно, поступим по-другому. Ты сюда ко мне прыгнешь? Это было больно. Мне даже пожрать с собой ничего нету. Я аккуратненько прокрадываюсь и прячусь за дерево. Пока нас не видно, мы тихонечко это забираем и бежим вот сюда. Успели! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Что происходит вообще? Парашют, слава богу, ты меня спас. Чего произошло? Я даже не вкурил. Все так быстро. Вон он стоит, котеныш. Похрумкую орешки. И тем самым укреплю свой орех. О, пакость какая там внизу ползает. Ну шо? Боксер! Ты где там? Попадание. Ага, думал я так просто сдамся. Он, кажется, застрял, это мой шанс его ушатать. Я что-то очканул, я думал, что он сейчас на меня побежит. Когда ты уже кинешь кони и пластины свои. Я жду, он сейчас будет камни кидать или нет. Смотри, какой он мощный-то. Еее, ура, пластиночка. Останки кабана, очень мощного. Значит, ищем капсулу. Может быть, она где-нибудь там наверху? Точно, вон она где. И там запчасти лежат. Окей. Спасибо за подсказку. Сейчас мы туда взберемся. При помощи нашей вышки. А, у меня арматуры-то нет. Лоханулся я. Ладно, не беда, здесь где-то у нас есть перевалочный пункт. Сейчас мы до него доберемся аккуратненько. Главное не наткнуться на каких-нибудь мощных... зверей. А вон наш привалочный пункт. Здесь, кстати, тоже кабан бегает. Слава богу, пока здесь тихо. Пока все тихо. Можно грибочек собрать. К
Кстати, между прочим, мы не зря сюда пришли. У меня и так кварца дофига. Можно и еще взять. Теперь делаем железные пруты. У меня такое предчувствие, что там наверху кто-то нас ждет. Нашел самое высокое место. Строимся здесь. И лезем. Лезем искать на свою пятую точку приключений. Так, 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 ну да. Какой он рогатый! Но еще прикол в том, что он стрелять умеет, поэтому... У меня есть что пожрать? Только если грибы. Ладно, давай на успех сейчас грибочек съем. Он, кстати, очень недурно восстанавливает здоровье. Ну что, поехали? Кстати, отсюда я достану по нему? Нет, не достал. А еще где-то слизень. О! Желтый слизень, нифига. Это неплохо. Попал. Я как-нибудь. Если что, в принципе, можно отсюда прыгать, и его шары огненные нас не достанут. На тебе еще. Можно вообще на парашюте летать. Я ОМОНовец! За ВДВ, блин! Все подряд собрал. Я ОМОН и ВДВ. Ай-ай-ай-ай-ай! Три снаряда в меня попали точно. Я пригнусь. Ну когда ты уже откинешь свои копыта и рога? О, он сдох! Он сдох! Ну ты здоровый, конечно, лосяш. А сейчас мы собираем все, что тут у нас есть. Компьютер! 28 штук. А сколько нам нужно было компьютеров для того, чтобы открыть прошлую капсулу? Вот я не помню. Надо свое прошлое видео посмотреть. Канистра турботоплива. Конечно, всего 7 канистр, это мало, но тем не менее. Капсула... Ее можно открыть, что ли? Вот это поворот. Сразу же ее открыл. Жесткий диск. Просканируем. Классно. Очень фартануло, что здесь ничего не нужно было. Так что комментарии вдвойне мне помогли. С высока птичьего полета облетаю, смотрю, все ли материалы я забрал. Вот тут что-то, кажется, у нас есть. Это что? Кварцевый резонатор забираем прямо с воздуха. И можно идти за желтым слизнем. Слизень, я иду к тебе. Ну а теперь домой. Жесткие диски. Вот что нам нужно сканировать. 10 минут будет сканировать. Ладно, мы тогда займемся строительством ассамблера. У нас же новые штучки открылись. Черт, для него нужно 4 ротора. Ага, написано, если у тебя нет ассамблера, ты можешь создать ротор на верстаке. Нет проблем, куем на верстаке. Все материалы собраны. Остается только решить, где этот ассамблер построить. Скорее всего, ассамблер у нас будет где-то здесь. Вот так вот. Теперь посмотрим, что нам нужно для той самой обшивки. Умная обшивка. О, блин. Чтобы ее создать, нам понадобится 3 ассамблера. Первый ассамблер будет делать усиленную железную пластину. Второй ассамблер будет делать ротор. А третий уже будет собирать умную обшивку из тех деталей, которые будут делать предыдущие 2 ассамблера. Придется наращивать мощность электросети и производства. Новоиспеченный ассамблер будет производить нам, значит, тут ротор. Для его производства нам потребуется 15 мегаватт. Сеть я уже подкинул, но ее будет сейчас недостаточно. Нужно будет построить еще один сжигатель. А пока что подключаем к ассамблеру металлические прутья. И будем потихонечку отсюда забирать винты. Для этого нам понадобится конвейерный разветвитель. Так, и вот так. Ну что ж, тут у нас все готово. Я подкидываю сюда винтиков, пускай роторы производятся. И у нас сгорел предохранитель, что было очевидно. Сколько по итогу нам нужно? Максимальное потребление 85 мегаватт.
Это на 15 мегаватт больше, чем у нас вырабатывают все биосжигатели. Придется нам вот этот биосжигатель разобрать. Да и вообще вот это все тоже разобрать. Разом. И перенести, наверное, куда-то сюда. Я планирую здесь построить один конструктор, один склад и три биосжигателя. Ну вот и все. Я все подключил, все работает. Остается только перезагрузить вот эти вот биосжигатели. И все. Конечно, можно было бы и эти биосжигатели усилить энергомодулями, но что-то я об этом не подумал. Следующий ассамблер у нас будет по соседству, где-то здесь. Можно его даже близко. Ну а следующий, третий, будет уже где-то там вдалеке. Он у нас будет производить железные мощные пластины. Для этого нужны винты. Блин, винтов, конечно, у нас будет расходоваться огромная куча. Предлагаю, короче, вот этот маршрут убрать и напрямую сразу в ассамблер. А теперь нам нужно сделать разветвлитель для вот этих пластин. Вот таким вот образом. Ну и дальше... надо будет переделать вот этот вот конвейер. У нас тут будут два конвейера пересекаться. Значит, вот этот конвейер идет сюда. Нет, правильнее будет сейчас построить лифт. Вот таким вот образом. Ну и дальше уже отсюда шлепаем все сюда. Ну а конвейер цементом нам придется приподнять. И... элегантненько запустить в разветвлитель. Все. Здесь все налажено. Остается только подключить к сети этот ассамблер. И все будет работать. Все работает. И финальная точка с ассамблерами. Третий этап. Все это барахлишко теперь заводим сюда. И делаем из этого умные обшивки. Ну и, конечно же, все это нужно тоже подключить к питанию. Ну вот и все. План с ассамблерами выполнен. Умные обшивки производятся. Первая уже готова. Остается только отсюда сделать вывод прямо к лифту. Умная обшивка теперь прямиком поступает в лифт. Осталось всего-то все подождать 50 единиц. Ну а теперь надо сходить в наш исследовательский центр и посмотреть, что же мы там в жестком диске нашли. Сканирование жесткого диска завершено. Это хорошо. Альтернативный медный ротор и сплавленная сверхпроволока. Нужно выбрать. Пока что я ничего здесь выбирать не буду. Я это сделаю чуть позже. Когда мое производство разрастется, и я буду понимать, что мне будет нужнее. А пока, я хочу тебе кое-что показать. У нас теперь в игре появилась багги. Ранее я такой тачки не видел, и чертовски хочу ее сделать. Но до нее еще пока что нам далековато. Сперва нужно исследовать кварцевый резонатор. Кстати, насчет кварцевого резонатора, мы же их подбирали. Мы же их подбирали, разве нет? 32 единицы у нас есть. Остается нам где-нибудь соточку каркасов раздобыть. Я, кстати, уже же могу делать или еще нет? Модульные каркасы. Да, могу. Но это будет очень долго, поскольку сперва нам нужно сделать 300 усиленных железных пластин. Ну что ж, я максимально ускорил свое производство. Теперь винты у меня производятся очень быстро. Даже, видишь, уже скапливается все. Поэтому производство умной обшивки у нас будет зависеть только от времени изготовления. 2 минуты. В общем, к следующей серии умная обшивочка у нас уже будет, и мы сделаем первую поставку.
А на сегодня это все. Если тебе понравилось, ты хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще этого не сделал. Так что до встречи в новом ролике!